Нет предела музыкальному таланту, это успешно подтверждает артист оригинального жанра Тимофей Венковский. Музыкант исполняет сложнейшие произведения на необычном инструменте, созданном из бокалов и рюмок. С маэстро хрустальных симфоний встретился Алексей Щербак. Оказалось, эта идея не нова. На хрустальных бокалах исполняли свои мелодии такие известные композиторы, как Моцарт и Глюк. Многие произведения Чайковского подвластны только фортепиано, но могут быть исполнены и на таком оригинальном инструменте. Ну, например, вальс цветов. Этому музыкальному направлению можно научиться только самостоятельно. Школы пока просто не существует. Тимофею помогает классическое образование по классу фортепиано. Но все равно каждую мелодию приходится подбирать в прямом смысле слова на ощупь. На самом деле, ведь технику приходится вообще самому как бы добиваться вот тех моментов. Например, вот если играть симфонии Моцарта, да, а это очень сложное произведение. Попробуй его придумать, как это, куда пальцы вообще раскидать. И на это, конечно, уходит время. Время нужно и для настройки инструмента. Тональность звучания меняется пропорционально объему налитой в бокалы жидкости. Конечно, бокал. А вот, кстати, он. Вот он. Это басы. Да, это как раз низкие частоты. Не будем с низким уровнем, так сказать, развития путать. Но при этом очень благородное звучание. Вот. А вот высокие. Больше подходит для водки, я так понимаю. Слушая хрустальные мелодии, невольно вспоминается другая классика. Да я так могу. А чё ж сыграть-то? Мурку! Точно, это вот точно. Тимофею предложили создать дуэт с еще одной артисткой оригинального жанра, художницей на песке Ксенией Симоновой. Маэстро обещал подумать. Алексей Щербак, Алексей Романов, Время новостей, Коктебель.